9 мая мы отмечаем самый значимый праздник для всего народа нашей страны. Так, в преддверии Дня Победы Международный аэропорт Владивосток совместно со Сбербанком организовали в аэровокзальном комплексе выступление хора Приморского колледжа искусств. Артисты исполнили песни военных лет, которые ярко отразили все события, происходящие на фронте в те тяжелые времена. Они напомнили всем гостям и сотрудникам аэропорта, как важно не забывать подвиги наших предков. Каждый год в преддверии 9 мая мы вспоминаем всех тех, кто подарил нам этот великий праздник, День Победы. Мы вспоминаем всех тех, кто воевал на фронтах, кто боролся в тылу, поддерживал фронт, всех тех, кто воевал в партизанских отрядах и тех, кто восстанавливал наше народное хозяйство после войны. Мы с честью стараемся нести этот флаг, проводить вот такие мероприятия, чтобы жители нашего Приморского края не забывали об этом великом празднике. Ну и стараемся поддерживать всеми мероприятиями и нашими делами этот праздник. Также по традиции персонал аэропорта присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевые ленты, прикрепленные к лацканам формы, символизируют уважение и благодарность поколению, которое добилось победы в Великой Отечественной войне. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.